Сотни человек эвакуированы из-за наводнения в Аргентине. В столичном регионе Буэнос-Айреса и прилегающих к нему городах ситуация особенно сложная. Там большая вода оставила тысячи домов без электроснабжения и превратила некоторые жилые кварталы в реки и озера. Даже там, где до сих пор можно ходить пешком, шанс как минимум промочить ноги очень велик. Ну а водителям рекомендовали временно пересесть на общественный транспорт, чтобы не перегружать дороги и не провоцировать ДТП в непростых погодных условиях. Несладко приходится и владельцам магазинов. Многие из них затоплены. Убытки пока не подсчитали, но, вероятно, речь о весьма внушительных суммах. А вот так выглядят пострадавшие от наводнения сельхозугодья. Автор видео — один из местных спасателей.